Сидите, сидите. Ну, как идут дела? Да ничего. Порядок, товарищ командир. А к чему бы это оживление на железной дороге? И очень большое, товарищ полковник. Все в этом направлении. Эшелон за эшелоном. Танки, орудия. И все в сторону Орла и Белгорода. В общем, у нас все готово. А вы уверены в этих людях? Уверен. В Сдолбунове надежная группа. У них все есть. Взрывчатка, мины. Нет, нет. Не нужно пока никакого шума. Только разведка. Понятно? Ясно. Советская разведка приносила первые пока еще обрывочные сведения о готовящемся наступлении немцев где-то в районе Курска. Танковые, моторизованные дивизии стремительно стягивались в этот район. Еще никто не знал, как развернутся события. В тылу врага, за 1000 километров от фронта, все шло своим чередом. Высокий генерал. Привет. Привет. Это для доктора Круга. Хорошо. Это же господин Даргель, первый заместитель самого рейхскомиссара. А вот господин выходит из машины. Этот? Не знаю. Я, кажется, его уже видела здесь. А вот этот? Это доктор Функ, верховный судья Украины. Я вас слушаю. Ефрейтора Майстера нет. Его вызвали в комендатуру. Хорошо. Да. Я слушаю. Все документы уже подготовлены. Сейчас. Слушайте. Да-да, обязательно передам. До свидания. Я скоро вернусь. Хорошо. Здравствуйте, фрейлин. Здравствуйте. А что, ефрейтор Майстер уже ушел? Ненадолго, его куда-то вызвали. Угу. До завтра, фрейлин. Целую ручку. До свидания. О, вы пользуетесь успехом. А я думал, что вы здесь скучаете. Нет, не скучаю. Жаль, очень жаль. Я хотел предложить вам приятную прогулку. Спасибо, я занята. А кроме того, у меня есть жених. Ах, да, этот симпатичный офицер. Я видел вас вместе однажды. Он был ранен на фронте? Да. Ну и как он себя чувствует? Спасибо, хорошо. И, конечно, ваш жених будет ждать вас, чтобы проводить после работы. Нет, он в командировке. О, значит, я могу вас проводить сегодня. Благодарю вас, я занята. Занят.
Очень симпатичный у вас жених. Простите, я не знаю его имени. Обер-лейтенант Пауль Зиберт. Зиберт. Надеюсь, я не показался вам слишком навязчивым. Буду очень рад познакомиться при случае с вашим женихом. Правильно? До свидания. Что скажешь? Ты можешь надо мной смеяться, но она мне нравится все больше. Почему вы не смотрели фильм, вдруг вышли из зала? Старьё. Где ты вообще пропадаешь? Невразумительный ответ. Вы слышали о Функе? А что случилось? Для него это не впервые. В Польше на него покушались дважды. Говорят, стрелял какой-то мальчишка. Он был один? Это опять поляки. Какая-то группа террористов. Кто это? Дивизия Райх. Разрешите пригласить вашу даму? Пожалуйста. Прошу вас. С удовольствием. Смотри, этому парню будет что показать, когда он вернется домой. Да, если он не сгорит в своем танке. Такие не горят. Все горят, Пауль, а такие чаще других. Послушай, Гердрих, ты помнишь майора? Его фамилия Гетль. Да, помню, а что? Он стал ухаживать за моей Валентиной. Это за ним водится. А ты ревнив? Ну, в общем, да. Это чувство мне незнакомо. Хотя Гетпелю я, конечно, не уступил бы. Он не пьющий. К таким людям я отношусь с недоверием. Ты скажи своей Валентине, чтобы она держалась от него подальше. Я встречал этого парня на принц Альберштрассе в доме Гиммлера. Все это, конечно, ерунда, если бы он не был таким дерьмом. Пани Лисовская в своей стихии. Послушай, Пауль, может случиться, я предложу тебе интересное дело. Тебе не хотелось бы вырваться из этой дыры? Я надеюсь, вот-вот начнется
Летние кампании, мы все понадобимся на фронте. Никто ничего не знает, Пауль, никто ничего не знает. Будь готов ко всему. Оставим наших подруг майору Геттелю, а сами... Мой друг Вилли Вильбах. Очень приятно. А это Ганс. Ганс Кнот. Очень рад. Да, но мне так ничего и не сказали. Потом, потом. Вы тоже уезжаете? Ну, нет, мы еще пробудем 2 дня. Прыгайте же! Я уже 2 раза прыгал, господа, без парашюта. Он уже на взводе, ему все равно. Мы с вами можем провести здесь несколько веселых вечеров. К сожалению, нас послезавтра отправляют. Как мне все надоело, Пауль. Мне очень надоела война. А вам? Мне тоже. Я бы дорого сейчас дал, чтобы оказаться дома. Хотя мне некуда торопиться. Отец умер прошлой зимой, доставил одни долги. Я согласен работать даже грузчиком. Пауль. Давайте обменяемся адресами. Может быть, мы вспомним друг друга, если останемся живы. Господа, выйдем за дивизию «Рай». Пауль, к нам, пожалуйста. Сюда, садитесь, пожалуйста. И вы тоже. Господа, мы с вами накануне великих событий. Я не помню, кто-то из философов говорил, что здоровой нации поражения так же необходимы, как победы. Они закаляют дух. Браво, подполковник! Выпьем за дух нации! Браво! Браво! Нет, Фройлен, Лидия, нет, нет, нет. Променять Париж на Ровно, согласитесь, это, знаете, ужасно. Да. Да. Чем же вы провинились, Людвиг? Решительно ничем. С Елисейскими полями пришлось распрощаться всем моим сослуживцам. Один мой приятель узнал, что пришел приказ отправиться в какой-то Белгород, так напился, что выпал из автомобиля. Ой, боже мой. Господа, я хочу выпить за новое оружие, которое приготовил для нас фюрер. Спасибо. За наши новые танки, господа! За танки! Вам, конечно, можно позавидовать, но фюрер позаботился и о нас. Прекрасная штука. Вальтер, 14 зарядов. Не хвастайте, у меня тоже был такой. Но, увы... А что случилось? Что? Вы, наверное, помните, это известная история. На нас напали русские парашютисты, человек 50. Так и вы были в этой истории. Там погиб наш друг Руди Штольц. Да-да, я один уцелел из всех. 5 человек уложил из моего Вальтера, но я потерял его, будучи раненым. Но я помню номер. 46-710. У вас чудесная память, подполковник. У меня более поздний. Ну, тогда интересно, дай взглянуть. Генрих, когда тебя отправят на фронт, я его тебе подарю. За любопытство по носу получили. Вот видите, я выполнила вашу прихоть. Пригласила эту компанию, хотя мне они не нужны. Вы довольны? Почему вы молчите? Думаю о вас. Да. Я не опоздала? Ничего. Отвернись. Что-нибудь передать? Не надо. Сам поскорее возвращайся. До встречи. Из города в отряд, из отряда в город. Он не знал и не думал, что едет в последний раз. Ему было только 20 лет. Возраст, когда жизнь кажется вечной.
Курск, Орел, Белгород. Район установлен точно. Из Германии танковые дивизии Адольф Гитлер, Райх, Мертвая голова. Из Франции моторизованные дивизии Великая Германия. Из-под Ленинграда Великих Луг в том же направлении. 172-я, 210-я, 94-я. Из Норвегии армейский корпус Дитмайера. Обычно все это происходит в одно и то же время. Он выходит из парикмахерской без 5:09. Это самый подходящий момент и, возможно, единственный. Многократные проверки показали, что Функ утром почти всегда идет из парикмахерской в суд один, без личной охраны. А как с парикмахером? Все в порядке, договорились. Парикмахер — бывший польский офицер. Связан с польской подпольной группой. Так. Машина к этому времени должна стоять вот здесь. Ворончук, да, находится на углу и дает сигнал. Понятно. В 9 Функ входит в суд. Ну что ж, вроде все верно. Добрый вечер, фройлен. Здравствуйте. Разрешите? Пожалуйста. У вас ничего не изменилось. Все осталось по-старому. Разрешите присесть. Благодарю вас.
Ну, рассказывайте. Что рассказывать? Все, 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 все новости. А у меня никаких новостей нет. Это плохо. Да. Анна Каренина. А где ваше начальство? Гауляйтер Кох. Уехал в Берлин. Надолго? Пока неизвестно. Все остальные что? Все остальные это Функ? Да. Он на месте. Обратила ты внимание, что напротив суда парикмахерская? Говорят, он там бреется каждое утро, около 9. Это надо проверить. Хорошо. Да, между прочим, если со мной что-нибудь случится, тебе сразу надо исчезнуть из города. Мало ли. Был пенькный, слонечный день. В небе они единой хмурки. Сидели ж мы над Вислом. Девчина повиджала, если ж як тен день ясно. Без троска. Когда вы успели? А ты как думала, я теряю время даром? Поставил себе задачу. До конца войны польский и украинский. Какая смешная. Отец подарил. Вы вот лучше скажите, зачем вам нужен был немецкий? Как зачем? Зачем люди изучают языки? Зачем же все-таки немецкий? Разве мало красивых языков? Или вы готовились к войне? Нет, не готовился. Просто на заводе у нас на Уралмаш когда-то были немецкие специалисты. А у меня оказалась память на языки. Чуть что, все бегут ко мне. Там, кстати, были хорошие ребята. Кто? Немцы. А что, тебе не нравится язык? Немецкий. Играли нихт. Und wenn mein Herz auch bricht, wie verloren liegt. Играли нихт. Их надо убивать. Что вы на меня так смотрите? Нет, нет, ничего. У тебя не найдется чего-нибудь поесть? Да, сейчас. Я поставил чай. Спасибо. Смотри, получается. А? У меня был приятель, он эти штуки здорово делал. Ну, что? Похоже на курицу? Не очень. Мне тоже кажется, что не очень. Так. Это что? Олень? Отгадала. А это? Нравится? Да. Это что, козленок? Ну, может быть. А теперь смотри. А вы не боитесь этого майора Геттеля? Боюсь. Ну, а что делать? Не знаю, мне всегда страшно за вас. Серьезно? Да. А вы что, уже совсем привыкли, да? С ними, в компании. Вы у них как свой? Угу. После войны не поверишь, что вы русские. Ты думаешь, не поверят? Конечно.
Скажут, он немец. Его фамилия Зиберт. А ты пойдешь в свидетели. Скажешь, я его знаю. Это он только прикидывался. Как вы сказали? Прикидывался. Прикидывался. Какое смешное слово. Что? Так, просто никогда не видел, как ты смеешься. Иванович, впереди такой же Мерседес, как наш. Обгоняй, Коля. Ну,
Ваши документы? У нас только что проверяли. Извините, обер-лейтенант, но сегодня на каждом шагу будет проверка. Мы ловим бандитов, одетых в немецкую форму. Прошу. Благодарю. Ваши документы. В чем дело? Этот район оцеплен. Документы. Ваши документы. Господин обер-лейтенант, у меня уже проверяли 3 раза. Извините, господа. Сегодня будет на каждом шагу проверка. В этом районе совершено серьезное преступление. Кончайте, обер-лейтенант, преступник задержан. Нам известно, что ваш муж погиб под Варшавой, сражаясь против нас. Но это печальное обстоятельство не повлияло на ваши симпатии к Германии. И к ее офицерам, не так ли? Это несколько облегчает наш разговор. Хочу предупредить... Он должен остаться между нами. О, да, разумеется. Речь пойдет об одном вашем знакомом. И, насколько мне известно, к нему вы относитесь лучше, чем к другим. Да? Кто же это? Я имею в виду обер-лейтенанта Зиберта. Да, кстати, что-то в последнее время я его нигде не встречал. Он бывает у вас? Ой, я не хочу вторгаться в область ваших интимных отношений. Еще раз хочу вас предупредить, разговор конфиденциальный. Если о нем кто-нибудь узнает, у вас могут быть неприятности. Я это уже слышала. Скажите, пожалуйста, он при вас никогда не говорил по-английски? Он? По-английски? Да. I love you, my little girl. Почему по-английски? Я привыкла эти слова слышать по-немецки. Ну, мало ли у человека причуд. Прошу вас, если вы все же что-нибудь вспомните, сообщите мне. Хорошо. Но ведь я как будто уже... И еще. Нам может понадобиться ваша квартира, пани. И последнее. Когда-нибудь при случае представьте нас друг другу, если вам будет удобно. Хорошо. Пожалуйста. Из Стокгольма передают. Немецко-фашистская газета «Минскер Цайтунг» сообщила, что на днях в Ровно, неизвестным одетом в форму немецкого офицера, убит оберфюрер СС Альфред Функ. Этот гитлеровский главарь занимал пост верховного судьи на Украине и, по словам газеты, был отмечен фюрером за образцовую службу. Убийство Функа связывают с проведением массовых репрессий неблагонадежных лиц. Стрелявшему удалось скрыться. На этом участке фронта наши войска нанесли большой урон технике и живой силе противника. Поздравьте Николая Ивановича. Обязательно. В том числе 14... Ему придется сменить погоны. За такие дела повышать звание надо, как вы считаете? Конечно, надо, но немцы не повысят. Еще бы, а мы повысим. Отвезете ему новые документы. Есть. Теперь он будет не обер-лейтенант, а Гаупман. Дорогой Зиберт, желаю вам дослужиться до генерала. До фельдмаршала. Ого. О, меня вполне устроило бы кончить войну гауптманом, но живым. Правильно. С
Смотри, не зазнавайся. Да-да. Что грустишь, Генрих? Боюсь, что мне недолго осталось жить в этом городе. Надеюсь, ты слышал о тотальной мобилизации. Все обойдется. Не успокаивай меня. Я сам тоже удивлен, почему меня так долго держат в этой канцелярии. Ведь мой отец простой бухгалтер. Нет, что ни говори, а мы тут живем как на курорте. Нет-нет, здесь тоже бывает жарко. Вы слышали, что случилось на Киевском шоссе? Нам пришлось сжечь целую деревню. Да-да. Кстати, господа, вы знаете, кто, оказывается, стрелял в верховного судью Функа? Нет, а кто? Его нашли? Пока нет, но известно, кто это. Он действительно немецкий офицер из зондеркоманды. Там, говорят, какие-то личные мотивы. Прошу вас. Гауптман. Гауптман, вы тоже что-нибудь слышали об этом? Простите, господин подполковник, я не понимаю вас. Я не удивлюсь, если он окажется, послушайте-ка меня. Я слышал, его перевели куда-то на север, но это неспроста, старику уже за 50. Это не имеет никакого значения. Воевать будут все. Да. А, Гауптман, вы тоже можете собирать свои чемоданы. У вас много чемоданов? Ну, хватит его разыгрывать. Я говорю, что не удивлюсь, если окажется, что Функа стрелял наш Гауптман. На войне все бывает. Господа, не будем говорить о войне. Да, правильно, не будем. Господа, не будем говорить о войне. Смотрите, да. Наши дамы загрустили. Это дурной признак. Да. Выпьем, давайте выпьем. Кто выпьет со мной? Я выпью с вами. Вы? Да, я. Налейте мне. Пожалуйста. А за что же мы выпьем? Не знаю, скажите. Выпьем за будущее. Нет, я стараюсь не думать о будущем. Напрасно. Я бы на вашем месте... Что? Если бы я был так молод, как вы, я бы, наверное, все время думал о будущем. Пауль, я люблю Генриха и хочу, чтобы он остался жив. Будем откровенны, Пауль. Ты что-нибудь знаешь о моей зуболечебнице? С некоторых пор я стал догадываться, что ты, в общем, мало похож на врача. Смотри-ка, ты наблюдателен. И, по-моему, очень неплохо устраиваешься в жизни. Заслужил репутацию фронтовика, сам работаешь в Вертшафтскоманду. Ты любишь деньги. Ты не ошибся, Гертрих. Ну, так вот, я предлагаю тебе работу. Привет господину Гауптману. Хо-хо, привет. Какую? Я скоро уезжаю. Поедем со мной? Но я нахожусь на военной службе. Не будь наивным, Пауль, ты прекрасно знаешь, о чем идет речь. Видишь ли, Ортель, я строевой офицер. И твое ремесло у нас не в почете. Что ты знаешь о моем ремесле? Могу тебе сказать, что в наших печальных делах под Курском немалую роль сыграла разведка. Их разведка. Ты понимаешь, о чем я говорю? Из меня вряд ли получится то, что тебе нужно. А ничего особенного и не нужно. Ну что вы играете, как на похоронах? Давайте веселее, я танцевать хочу! С ума все сошли. Как вы можете?
У меня сын под Курском погиб. Мальчику было 16 лет. Пауль, вы спите? Нет. Если хотите, можете прилечь. По-моему, вам сегодня было совсем не весело. Почему вы так решили? Так, я вижу. У меня сегодня день рождения. О, поздравляю вас. Спасибо. Почему вы никому ничего не сказали? Но тем более вы должны быть веселым. Все будет хорошо. Все будет хорошо. Все будет. Пауль, хотите знать, почему я попросила вас сегодня остаться? Угу. Меня расспрашивал о вас один человек. Он, правда, просил не говорить вам об этом. Кто же это? Штурмбанфюрер Геттель. Он даже хочет с вами познакомиться. Я буду очень рад. Вы с ним поосторожней. Он принимает вас не за того, кто вы есть. Интересно, за кого же он меня принимает? Вот этого я не знаю. Он спрашивал, не говорите ли вы по-английски? По-английски? Что это ему взбрело в голову? А вы у меня прелесть. Пауль. Я умею быть другом. Это русская станция. Все равно. Вам не бывает грустно в день рождения? Иногда. А мне почему-то всегда грустно в этот день. Я помню, когда-то мы собирались в этой квартире. Мой муж, его друзья, мои подруги. Было много вина, музыка. А я сидела вон там в углу и думала, что жизнь проходит зря. А я всегда думал, что жизнь еще не начиналась. Я ведь еще ничего не сделал. А что бы вы хотели сделать? О, многое. Хотел бы завести с вами роман. Смешно, что между нами до сих пор ничего еще не было. Нелепо, да? Вы становитесь похожи на всех. Разве это плохо? Не надо. Надо.
похожа на человека, который добивается любви силой. Интересно. Почему же я не похож? Нет, конечно. Вы, немцы, берете нас за кусок хлеба. За то, что не пошлете в Германию. Я не вас имела в виду. Вы все-таки другой. Я такой же, как все. Пауль, ну зачем это? Если бы не война и не этот мундир. Если бы не война, Ваня, я бы не стоял сейчас с вами в этой комнате. Я не был бы здесь, если бы не война. Ничего вы не поняли. В этот день столица нашей родины Москва приветствовала салютом войска, выигравшие битву на Курской дуге, крупнейшую танковую битву в истории войн. Операция «Цитадель» провалилась. Немецкие генералы назовут ее последним сражением за Германию. Это был первый салют на улицах Москвы. До победы оставалось 640 дней и ночей. Thank you.
Опять обещают заморозки. Интересно, какая погода в Лондоне? Вероятно, туман. Да, скорее всего. Вы знакомы с лондонским климатом? Только по книгам. А где вы окончили офицерское училище? Это что, допрос? Что вы, простое любопытство. В Кёнигсберге. Я думаю, что это произошло в другом месте. Но это не самое главное. А вы знаете, Intelligent Service неплохо работает. Возможно. Скажу вам откровенно, мне приходилось иметь дело с англичанами. Они работают лучше других. То есть профессиональнее? Если хотите, да. Но вы бы им не подошли. Вы открыто бросаетесь деньгами, мой дорогой, надо быть скромнее. Уезжайте во Львов, а там-то вас и не оказывается. Не говоря уже обо всем прочем. О, пани! Вот, пожалуйста, вам кофе. Благодарю вас. С нами, пани? Нет, нет, не буду вам мешать. Коньяк? Да, пожалуйста. За наше знакомство? С удовольствием. Вы же не пьете. О, оказывается, мы неплохо знаем друг друга. Итак, за что? За ваши новые погоны, Гаупман. Благодарю. Прозит. Значит, вы меня принимаете за английского разведчика? О. Нет, нет, ну допустим, что это так. А что же дальше? Не знаю. Ваша нерешительность вряд ли уместна. А ваше поведение, по крайней мере, двусмысленно. Вы прекрасно знаете, что любого человека, подозреваемого в шпионаже, следует немедленно передать службе безопасности. Вы вместо этого встречаетесь со мной, ведете какие-то переговоры. Я могу подумать, что вы хотите предложить свои услуги британской разведке. Вы рискуете, Геттель? Нет, мой дорогой Зиберт, я ничем не рискую. Мой друг подполковник Гюнтер, ваш сослуживец по Вершавскоманде, сообщил мне, что он совершенно вас не знает. Вот видите, мы тоже неплохо работаем. Да. Но я должен вас огорчить. У нас, Вершафтс-команда, нет никакого Гюнтера. Это старый прием, Геттер. Прием действительно старый. Но Гюнтер есть. Да. Так что же дальше все-таки? Давайте подумаем вместе. У нас это часто бывает. Опять выключили свет.
вас есть выход. Вы можете сейчас попытаться арестовать меня. И в случае успеха вам гарантировано повышение по службе. Это, конечно, заманчиво. Но я должен вас предупредить. Это не так легко. И совсем небезопасно. Я вооружен. Есть и другой вариант. Моему ведомству могут быть полезны услуги английской разведки. Но английская разведка, в свою очередь, может заинтересоваться вами. А ведь вам известно, они платят неплохо. Война подходит к концу, и, может быть, имеет смысл подумать о будущем. Но, разумеется, от вас потребуются определенные гарантии. А разве недостаточно, что мы с вами здесь, а не в гестапо на почтовой 24? Да, пожалуй. Могу ли я иметь гарантии? Ну, разумеется. Хорошо. Вы остаетесь здесь? Да. До свидания, Кауфман. До свидания. Вы уже уходите? Да. Я вам открою. Благодарю вас, я сам. Большое вам спасибо за гостеприимство. До свидания. Пауль, вы даже не пили кофе. Хотите, я вам его согрею? Спасибо, не нужно. Вот и все. Ну и вечер сегодня. Впечатлений хоть отбавляй. Вы останетесь? Очень жаль, но нам придется с вами проститься. Вы уезжаете? Да, собираюсь. Но вы вернетесь? Да. Вы можете рассчитывать на мою квартиру. Если вам захочется зайти отдохнуть, вы знаете, где у меня ключ. Да, я заметил. Если что, вы можете оставить записку. Вот здесь. Хорошо. Откройте. Кто там? Ну. Пауль, это мой двоюродный брат Ян, вы, по-моему, знакомы. Вам надо срочно уходить отсюда. Только что на улице убит штурмбанфюрер Геттель. Вот его документы. Все-таки я не могу понять, зачем нужно было ликвидировать этого Геттеля? Почему вы не посоветовались с нами? Вы считали, что он опасен? Все равно не стоило пороть горячку. Был такой интересный вариант. Да поймите вы, я тут ни при чем. Они со мной не договаривались. Этого Каминского я видел один раз у Лисовской. Но вы знали, что поляки за ним охотятся? Охотятся за Геттелем? Да. Понятия не имел. По-моему, они просто хотели выручить меня. То есть, как это выручить? Вы что, раскрылись? Нет, разумеется. Я для них немец, но они просто считают, что есть разные немцы. Так. От Лисовской я тут же ушел. Так вот, Николай Иванович, прошу вас больше там не появляться. Хорошо.
Напрасно они уничтожили Гетеля. А этого Каминского нужно разыскать и привести в отряд. Так, что у вас с Ортелем? Куда он собирается ехать? Не знаю. Опять разговор о персидских коврах. Вы соглашаетесь, что бы он ни предлагал. Если он собирается вас взять с собой, нам это на руку. А что там за персидские ковры? Обещал привезти Лисовской. Ну, пусть едет, куда хочет. Главное знать, куда. А уж мы его встретим. Вот, пожалуйста, возьмите. Постарайтесь покрупнее. Только не так, как с Гетелем. Ортель нам нужен живой. Ну, желаю удачи. Спасибо. Вас ждут. Продолжайте. Внимание! Вперед! Только ничему не удивляйся. Здравствуй, Павлик. Здравствуй. Ну как, ты едешь со мной или нет? Я все время думаю об этом. У каждого человека в жизни бывает один шанс. Обыкновенно человек пропускает его. Короче, ты хочешь, чтобы я сегодня тебя убедил? Началось. Учение прекратить! Всем в убежище! Господин майор? Оставьте нас. Слушаюсь. Я человек везучий, переждем здесь. Итак, я слушаю тебя. Я хочу быть уверенным, что это действительно серьезное и солидное дело. Все ясно, ты деловой человек. Ты готов рискнуть жизнью за фюрера, но при этом хочешь знать, что ты за это будешь иметь. Я говорю с тобой серьезно, Гертрих. Я тоже не шучу. Мы едем на самый ответственный участок этой войны. Тебя это устраивает? Фюрер ждет от нас подвига, и, возможно, именно мы. Да-да, ты и я изменим ход войны. Такие случаи в истории бывали. Мы уже слишком много натворили. Нам остается только одно – натворить еще больше. Ну что ж, я согласен. Я солдат. Если надо опуститься на парашюте где-нибудь в тылу у русских, я готов. Зачем же парашют? Он может просто не раскрыться. Нет, по правде говоря, меня никогда не увлекал этот спорт мужественных, пусть уж другие. А я предлагаю тебе нечто лучшее. Мы едем в одну маленькую восточную страну с комфортом, в прекрасной машине, с хорошими деньгами, в отличных штатских костюмах. Мы поедем за персидскими коврами. Ты любишь персидские ковры? На них можно неплохо заработать. Но это, прости меня, нейтральное государство. Что, Персия? Да, конечно. Но и мы, мой друг, приедем из нейтральной страны. На 3 дня. По своим делам. Прекрасный выстрел. Ты знаешь, кто наш шеф? Кто? Отто Скорцени. Тот самый Скорцени? Да, тот самый, что спас Муссолини, да будет тебе известно. О, это серьезно. А ты как думал? Пронесло. Ну, хорошо, Гердрих. Мы едем вместе? Нет, я поеду раньше. И пришлю тебе вызов вскоре в Копенгаген. Там ты пройдешь специальную подготовку, ну а потом... Мне действительно нужен человек, на которого я во всем могу положиться, Пауль. И так решено? Решено, Гердрих. Я тебя провожу.
Ну что же, неплохо. Это касается пункта Z. Несомненно, речь идет о секретной операции на территории Ирана. Это касается Тегеранской конференции. Да, судя по всему, немцам уже известно об этом. Сообщите всем товарищам. Соберемся у меня в 14:00. Слушаюсь. А медведевцы-то молодцы. Пройдет 2 месяца, и мы услышим по радио сообщение ТАСС о заявлении президента Рузвельта на пресс-конференции в Вашингтоне. Президент Рузвельт заявил, что он, будучи на конференции в Тегеране, где решался вопрос об открытии Второго фронта, остановился в советском посольстве, а не в американском, чтобы избежать поездок по городу, так как русским стало известно о германском заговоре. Для немцев было бы выгодным делом, заявил Рузвельт, если бы они могли разделаться с маршалом Сталиным, Черчиллем и со мною. А еще через 20 лет мы прочтем во французской печати интервью с небезызвестным Отто Скорцени, бывшим начальником секретной службы СС. Его признание о том, как готовилась и как неожиданно провалилась акция в Тегеране. А пока шел январь 44-го. И до победы было еще 1,5 года. И предстояло еще отвоевать 1000 километров родной земли, пройти пол Европы и взять Берлин. Все это еще предстояло. И найти в развалинах вот это сооружение, объект Вервольф, ставку Гитлера на советской земле под Винницей. Но они еще здесь. Они еще отдают приказания, судят и казнят, распоряжаются землями и заводами и судьбами людей. Сколько им осталось? Знают ли они это? Через 1,5 года гитлеровский гауляйтер, военный преступник Эрих Кох, скроется под чужой фамилией в маленьком городке близ Гамбурга. Его найдут спустя много лет. Он предстанет перед судом польского народа и будет приговорен к смертной казни. Сейчас Эрих Кох еще не думает о расплате. И вот оно наступило время, которого мы ждали все эти годы, о котором думали бессонными ночами. Но это были и последние дни, когда мы видели Николая Ивановича Кузнецова. Вы помните, друзья? Ты помнишь, Коля? Помню, Николай Иванович решил заглянуть к своей старой знакомой. Он должен был эвакуироваться вместе с немцами. И перед тем, как уехать из города... Останови.
Пауль, я чувствую, мы с вами больше не увидимся. Последние дни все очень неспокойно. Ко мне приходили. Если я не ошибаюсь, и вы тот человек, каким мне кажетесь, то желаю вам добра и жизни. Прощайте. Я прождала его весь день. Он пришел только в 6:00. Мы должны были вместе возвращаться в отряд. Наши. Коля Ворончук. Я сейчас соберусь. Одну минуточку. Ничего, не спеши. Ой, чуть не забыла. Это взять или пускай остается? Возьми. Ладно, она всегда со мной. Странно. Что странно? Я совсем не представляю вас. После войны. Какой вы будете? Обыкновенный. Придете на работу? Приду на работу, скажу, здравствуйте, товарищи. Ну, а как вы придете? Как все, в костюме. У меня есть новый костюм. Все, я готова. Может, присядем на дорожку? Присядем. Да. Только знаешь, все изменилось. Тебе придется остаться. Как остаться? Так остаться. Ты поедешь с рейхскомиссариатом. Это приказ. Вас эвакуируют. Куда? Не знаю куда. Кажется, в Кёнигсберг. А вы? Я уезжаю. Сначала во Львов, потом в Польшу. В общем, пока не кончится. Что же вы мне сразу не сказали? Чтобы нам долго не прощаться. И вы что, сейчас уезжаете? Да. Ждет машина. Когда же мы теперь увидимся? Наверное, уже после войны. Где ты будешь? Не знаю. Я вернусь в этот город, буду ждать. Я не хочу, чтобы вы уходили. Мне кажется, если вы уйдете, мы больше никогда не увидимся. И все-таки нужно идти. Это уже недолго.
Уходите. А мы уходили на запад. И канонада советской артиллерии преследовала нас по пятам. Это приближался день освобождения. А мы уходили все дальше от фронта. Туда, к немецким тылам, продолжать борьбу. Назначить какой-нибудь определенный день, допустим, такого-то числа каждый год в Москве. А почему в Москве? Встретимся здесь, в лесу, на нашем месте. Командировочные мы вам отметили, все в полном порядке. Мы идем вслед за вами. Встреча, как условились, на Львовщине. Шурбинские хутора. А если Краков, ждите связных. Договорились. Там у вашего Яна много знакомых. Тут есть свои «но». Ясно. Ты уж не проявляй инициативу. А то снова, как с майором Гетелем. Ну, а если что, оставайтесь во Львове и дождитесь прихода наших войск. Пусть они вас в плен берут. Ясно, но я постараюсь не сдаваться. До самого Берлина. Ну, до встречи. Так, Ян, до видзения. Кажется, так. Ну, желаю тебе успеха. До видзения. Смотри осторожно. Вот тебе путевые листы. Держи. Ну, счастливо. Не знали, что видим его в последний раз. Будет Львов, и хаос немецкого отступления, и вице-губернатор Галиции, павший от руки неизвестного мстителя, и дороги, перекрытые фельджандармерией. Звание Гауптман, возраст 32-34, рост высокий, волосы темно-русые, по-немецки говорит «свободно». При аресте соблюдать особую осторожность.
Alter 32 bis 34 Jahre. Hoch von Wuchs, braunes Haar, spricht fließend Deutsch mit preußischem Akzent. Seiner Festnahme ist besondere Vorsicht erforderlich. Alter 32 bis 34 Jahre, hoch von Wuchs, braunes Haar, spricht fließend Deutsch mit preußischem Akzent. Bei seiner Festnahme ist besondere Vorsicht erforderlich. Herr Hauptmann, прошу документы. Вам придется подождать. Автомат. Это ваши документы? Так точно, мои. Вам придется немного подождать, господин Гаутман. Вот как? Очень досадно. Дорога закрыта. Поставьте свою машину. Куда? Вон там. Ян,
Ян! Сволочи! На! На! Бери меня! На!